Итак, все моя Ктулху, ребята. Это пиздец. Вы помните, на чем мы все с вами остановились, да? На очень-очень нелегком моменте, чтобы добраться до следующей сохранки, там, где мы уже сможем перезагрузить это ебучее ядро бета. Сделать это конкретно сложно. Так, кстати, надо револьвер же взять, я забыл. Потому что по пути там попадается тот мелкий ублюдок. Кстати, чё, я его еще никогда не осматривал, между прочим, вот я повтыкал. Да, по пути попадается мелкий ублюдок, которого надо убить, и когда ты его убиваешь, прибежает большой ублюдок, которого надо отгонять. Отгонять его очень-очень неудобно. Имея те ресурсы, что мы имеем, да? Что, вот мы его только-только отогнали, он сейчас опять появится, вот увидите. А я же говорю. Давайте хоть так. Ладно. Ну, по крайней мере, да, мы хотя бы сохранились. В принципе, неплохое начало выпуска. Мы, по крайней мере, сохранили наш прогресс. Да, какой-никакой, но прогресс. Ну вот тут вот я живу, тут реально конкретный маразм, потому что, повторюсь, ты его отгонишь огнеметом, он через секунду опять придет. У нас не неограниченный запас огнемета, я бы хотел это подметить. Да. То есть у нас там осталось выстрела на 2, ну от силы может быть на 3, если сильно повезет. И конечно, возникает вопрос. Короче, еще разок его придется отогнать. И это ж при том, то, что вот буквально 10 секунд назад ты отгонял его коктейли молотова. Вот какого хуя, ребята, да, так хочется спросить. Шел нахуй. Вообще гениальный момент, я его вроде бы даже поджарил, а это было до сраки абсолютно, то есть. Ой. Ну вот все, у нас нету вообще огнемета. Вот не бред, а скажите его, правильно. Ты 3 секунды назад его отгонял. Он опять здесь. Ну это пиздец какой-то. Тут, по идее, сюда он не залез. А. Кстати, а сейчас вообще был очень любопытный момент, то есть я туда сразу забежал, и он еще не выпрыгнул. И он забежал в эту комнату, заранее зная, что я в ней. Каким хуем? Смотрите. То есть это пиздец, да? Вообще интересный момент такой, и уникальный, я бы даже сказал, в своем роде момент. Уникальнейший момент, реально, то есть ты забегаешь в комнату до того момента, пока этот дебил выпрыгнул из дырки,
И он сразу прямиком ломится туда, он не ходит, не ищет, он сразу прямиком ломится туда, потому что он уже знает, что ты там. Блять, идиотизм вообще, пиздец. Как этот момент пройти, я, честно говоря, без понятия. Он еще там, да? Ну да. И он никуда, видите, не уебывает. То есть вот еще гениальный, то есть момент. То есть он тупо стоит там на месте и пиздец. Ну единственное, у меня есть СШГ. Ведь нихуя он туда не идет. А, нет, пошел. Не, ну реально идиотизм. Я же вот, блядь, вот всем хороша игра. И вроде бы этот хардкор, он вообще сам по себе... О, он съебался. О, а нет энергии. А как же, что же нам делать? Чего, это непонятно. А что же нам делать надо? Я что думал, что нам надо в первую очередь в эту комнату. А видите, нифига, походу. То есть, да, сам по себе хардкор, он здесь уместен. То есть, эти вот ограниченные ресурсы, это все, правда, прикольно, мне нравится. С андроидами, с людьми интересные сражения на этом уровне сложности. Но вот я живу, первый идиотизм, это вот то, что карту забирают. То есть, априори, человек, который не играл в эту игру, ему будет очень тяжело в этом плане, потому что он не знает, куда идти. Второй идиотизм, это вездесущий чужой, он всегда возле тебя, он тебя прям пиздец палит. И третий, самый большой идиотизм, то что даже если ты его как-то отпугнешь там, да, там тем же огнеметом, коктейлем молотова, он через 5 секунд опять припиздует. И просто возникает вопрос, так а нахуй мне вообще его отпугивать, какой смысл, что ты за 5 секунд успеешь сделать, да? И вот он сейчас тупо вот тут ходит кругами, я так понимаю, он будет ходить, пока я не вылезу из этой комнаты, он меня не спалит и не схавает, да, вот тут, как бы, блядь. Ну, это пиздец, конечно, просто. Либо пока он не зайдет сам в эту комнату. Блин, ну, единственное, что-то я не понял, да, я что-то реально думал, что там по-любому надо вот... к этому пульту, видите, а там, типа, нету энергии, то есть, что мне надо сделать в первую очередь, что-то я не понял. Видите, он тупо не уебывает. Вообще, по идее, как должно быть? Он типа ходит и ходит, смотрит, тут вроде бы как никого нету, никакого шума. Он должен пиздить, правильно? Как это, кстати говоря... Что же нам делать? Я сейчас не понял. Тут получается нету энергии, да? И тут. То есть не понятно, а что мне надо сделать, чтобы заработала эта хрень? Блин, может я вообще не туда пришел? Может мне надо сначала еще что-то сделать? Ой, блядь. Можно еще вот куда-то сюда пойти, смотрите ж. О, лестница какая-то, смотрите.
А он не хочет. А, туда не вылезешь. Что-то нихуя не понял, ребята. То есть, ну сюда нам явно не надо было, видите, это мы ошиблись явно, да, что сюда поперлись. Но я сейчас не понимаю, мы вроде бы пришли куда надо, да, вроде бы вот мы пришли в ту хрень, и даже, ну, говорит, что вот, да, перезапустите ядро бета. Ну да, перезапустите ядро бета, но ты, когда приходишь в ту комнату, там все, что есть, два этих рычага, которые не работают из-за того, что нету электричества, и тот пульт управления, который тоже не работает, потому что нету электричества. Если честно, я что-то не очень понимаю, что от нас требуется. Вот это вот дико бесит, то есть ты не знаешь, что тебе делать, ты вообще, я не ебу, куда мне, чё мне идти, чё от меня требуется, при этом у тебя вечно на хвосте этот долбень, блядь, от которого нельзя даже на 3 секунды избавиться, блядь. Чё нахуй? А, вот, ага. Не, нифига. Чё, я подумал, что надо тут что-то сделать. Я уже, так знаете, обрадовался, потому что я что-то нашел. Так я вроде бы даже что-то и нашел, но оно никак не юзается. Нихуя я не понял. Блять, надо, наверное, на ютубе что-то искать, бо я что-то вообще без понятия, что делать. Ну реально, вот вроде бы какой-то генератор, но он никак не юзается, да? Я думал, что его надо как-то запустить сейчас будет или чё. Рычага тут нигде никакого нету. Иди нахуй. А, у меня нет уже этого. Так, ладно, да, давайте я сейчас зайду на YouTube, посмотрю по БРМ, бо я вообще без понятия, что делать, давайте. Блять, это пиздец, ребята. Ну хай, у меня уже сожрет. Да. Короче, посмотрел видео на ютубе, оказывается, куда мы ходили, и там типа это самое, блять, дырка должна быть, нам надо в дырку залезть, там пустить электричество. Блять, я сейчас так подзаебал уже все это с этим чужим связано, если честно. Так, а где дырка? Во! Да, во-во-во. Бля, у меня 32 огнемета, чуваки. Ну, блядь, это пиздец, да? И просто как назло, видите, мы даже когда находим какие-то вот такие вот трупы, то с них только револьвер там падает и тот же самый дробовик. То есть то, что нам, в принципе, не шибко поможет. Блять, в бою с чужим, он там ходит. А чтобы коктейль сделать, у нас не хватает аж двух ингредиентов. Вещества Б и вещества Б, да, то есть... В общем, все печально. Ой. Клей дали, ну клей мне не особо надо, да. Посмотри, ну, блядь, это пиздец лютый получается. Вот как такие моменты проходить, блядь, да? Жорю, этот Вася прям за тобой по пятам ходит, у тебя только ебучий огнемет, и того почти нету, да? То есть, ну, блин. А дробовик, как мы уже успели убедиться, против него малоэффективен. Причем малоэффективен, это мягко говоря. Где-то упиздил, да? А где сохранка?
Блять. Я же не помню, где сохранка даже. Блять, меня тут там должна быть, а где пиздец, не сохранился еще. Ну, может, оно и к лучшему, что не сохранился, бо опять-таки я ж огнемет потратил, а как-то. Ну, такой геморройный момент, то есть вы сами все видите, да. Единственное, что вроде бы. Вроде бы сюда он не залазит, как я понял. Да, мы тут типа как в безопасности в этой дырке. По крайней мере, хоть какое-то время можно от него отдохнуть. Ой. Слушай, вот, в принципе, вот такая какая-то игра непонятная. То есть играть в нее на легком, я уверен, что было бы неинтересно, потому что было бы чересчур просто, да. На тяжелом играть прикольно, интересно, и все ведь здорово, все сделано как надо. Но вот этот вот маразм с этим чужим, я повторюсь, да, вот этот вот прикол конченый, то, что вот, блядь, ты его отогнал, он через секунду уже опять возле тебя, да? Ты его отогнал, он через секунду уже опять возле тебя, там, да, вот эти все идиотизмы, блядь, сука. Вот сейчас даже хуй поймешь, что делать. Он вроде бы как ушел, но в то же время не ушел, да? Сейчас только вылезешь из дырки, этот придурок тебя возьмет за жопу. Если бы дробовик против него был бы хоть как-то эффективен, если бы он его хоть немножко бы отгонял бы, то это было бы нормально. Тогда можно было бы как-то там еще выкручиваться. Ну а так... Короче, наша супер задача это как-то добраться до... сохранки. И видите, он тупо ходит, тебя и пасет, он никуда не уебывает, да, он что раздражает дико, вот он тупо вот ходит, блядь, туда-сюда, туда-сюда, вот он, блядь, не чтобы кого-то упиздить, да, дать мне покой, что называется, ни минуты покоя, блядь, как в той песне. И что хочешь, то и делай, блядь. У нас еще есть СШГ, может быть попытаться его отвлечь, а то бросить, да, ее куда-то в ту сторону. Я уж не знаю, блядь. Кстати, мы же звуковой генератор можем себе еще сделать. Кстати, давайте реально сделаем звуковой генератор, я что-то совсем не подумал. Да, но мы можем себе как бы сделать, а... Я думаю, он нам пригодится. Вот я живу, чё делать, да? Вот он тупо не уходит, он тебя пасет и же караулит. Чего, ну пиздил? Ну. О. Фух. Так, ну по крайней мере мы...
Мы запустили ток. И сохранились. К реактору. Так. Не, ну чё, пацаны, это что-то. Это мы все-таки продвинулись. Я, знаете, я уже так начал было паниковать, что нихера не получается, но все-таки, по крайней мере, блять, хоть так, да. О, ну чуваки, это шикардос. Теперь у нас, конечно, только большой вопрос, куда выбираться. Вернуться к реактору, как к нему вернуться, да? Куда идти? Пиздец, мы даже тут нашли он еще какой-то патрон. Я же просто не помню, как этому реактору вернуться, если честно. А, может вот? Че за хуйня только что произошла? Я реально не помню, чуваки, как вернуться к реактору, в чем проблема. Ну, явно надо идти сначала вот так вот, 100%, да. Пришли мы явно отсюда. Вот, может, лестница? А, я же там тупик в лестнице. А, вот, наверное. Оно? Блин, огнемета почти нету, пиздец. Кстати, мы тут вообще не были, походу, смотрите, офигеть. Про толку с этого. Да, тут ничего полезного не было. Мы только нашли патрон для дробовика. В принципе, радоваться особо нечему. Она, значит, не в эту дырку. Бля, я реально не помню, чуваки, куда нам, а?
В этих дырках единственное, что хорошо, что в них можно ныкаться, да. Блять. Да, то есть эти дырки, когда разведываешь, у них хорошо, что в них потом можно ныкаться. От этого чужого он туда не залазит, то есть такое типа как безопасное место. Ну да, явно больше некуда. Тут у нас все такое, то есть нам только сюда к выходу. О, эти гнезда, кстати, разгорают, видите, когда поджигаешь, прикольно. Ну все, у нас нету огнемета, да. Ну, в принципе, я, кажется, зато понял, куда идти. То есть, если не налево, значит, идешь прямо и потом тоже прямо. То есть, не сворачивая налево, и значит, мы, по идее, куда-то выйдем. Тут просто проблема в том, что попробуй, тогда иди, потому что этот придурок же ходит. Ой. Еще эти мелкие ублюдки заебывают, да? Я жу просто пистолетом по ним не хочешь стрелять, потому что шума много будет, да? Хотя, в принципе, я от огнемета вроде бы этот чувак тоже наш слышит, как я понял. Во-во, походу, нам так к выходу. А я их обыскиваю, этих чуваков? Бля, да как так? Пиздец, сейчас обидно, конечно, было. Пиздец, как обидно, я бы даже сказал, потому что уже даже вроде бы вышли, да, нашли патрон, даже нашли нычку, типа, пересидеть, а там этот придурок оказался, блин, мелкий уёбок. Так, как там еще раз? Ой! Бля, я чуть не втыканул, я что-то совсем забыл про этого придурка. Хотя вот шмальнули по нему с дробовика. Вроде бы даже помогло. Бля, тут же тоже тупик сейчас будет, да? Охуеть. Бля, значит, я таки забыл, куда нам идти, чуваки. Пиздец, а. А, во. Или нет? Бля, не осталось огнемета, у нас нету коктейля Молотова. Ну давайте сохранимся, все-таки мы, по крайней мере, мы нашли выход, это и то хорошо. Нам явно не сюда. Да.
куда же нам? Может, нам вообще не сюда надо было идти? Может, вообще я сюда приперся? А, во-во-во-во. Так, ну, по крайней мере, хоть опять-таки выкупил, куда идти, и то хорошо. Ну да, к реактору, это ж точно, это там, где были андроиды. Ой. Ну, от андроидов, просто что хорошо с андроидами, что с ними можно как-то драться, во-первых, да? Во-вторых, от них можно прятаться более-менее. А вот с чужим шухером от него ж не спрячешься, если не подерешься. В общем, вся залупа. Ну да, это он бесит, конечно, сильно, блядь, да? Очень сильно бесит этой хуйней. Ни хера этот дробовик не дает. То есть там срочно надо где-то найти либо топливо для огнемета, либо эту самую два вещества Б, чтобы сделать коктейль Молотова. То есть вот какой-то из этих вариантов. Без них мы, конечно, блять, туго нам придется, ребятишки. Хотя там по сути весь геймплей этого Alien Isolation приходится туго, но так будет вообще туго. Че херово, видите, спрятаться негде, нету никакой дырки. Да. Чтоб в дырку залезть. Прямо подзаебывает, вот, блядь, вот. Я не знаю, как вас, меня тогда дико подзаебывают эти вот моменты, блядь. Ты идешь, он где-то сзади, вот это вечно тебя находит, блядь. За 3 секунды догоняет, дробовик его, блядь, в фильме такого не было, да, в фильме ты его ебашил из дробовика, ну, вернее, не ты, а это Рипли, да, хуипли, блядь. Не влепло, но его... Да, в фильме она его гасила там с автомата, с пистолета того же самого даже убивали. Во второй части с пистолета убивали чужого, блядь, я помню. Там в шахте они ползали, да, а здесь пиздец, то есть его даже просто отогнать нельзя. Да и в принципе даже так поговорить, если да, в виде смысла, то давайте еще один звуковой генератор, что ли, сделаем, я не знаю, что делать. Единственное, чем сейчас, наверное, можно спастись, блядь. Смысла даже ж отбиваться нету, я ж про что и толкую, да, то что в этом даже резона никакого нету, потому что ты даже от него отобьешься, но он через 3 секунды опять будет здесь. Ты заебал, блядь. Ебаный ты долбень, блядь. Да, и просто из этого я же даже смысла получается, как бы в этой херне нету. Так, куда там идти, блядь, я уже забыл. Слава тебе, Господи. Фух. Да. Да, вот фишка в том, что даже смысла нет от него отбиваться тем же огнеметом и прочим, потому что, повторюсь, ты это сделаешь, и через 3 секунды он опять появится, блядь, да? Гениальный момент абсолютно, блядь. Я могу уничтожить гнездо. Слушай, может, на сегодня тебе хватит риска? Включу все ядра, перегружу их и включу продувку реактора. Тогда внутри все превратится в пепел.
Я не пытаюсь тебя отговорить. Просто не хочу, чтобы ты сама погибла. Вот что я сделаю. Тут есть механизм аварийного сброса и излишков энергии. В каждой башне есть блоки конденсаторов. Они эту энергию принимают. Если я их отсоединю и включу продувку системы, гнездо превратится в пепел. Я вообще не понял, что ты сказала. Короче, держись за что-нибудь. Степ, прикол-то ведь в том, что андроиды и Клоудхера опять появились. А у меня только один патрон в дробовике. Разве что электромагнитную, может быть, мину? Нет, я не могу сделать. Вот еще идиотизм, да? Вот то, о чем я часто говорил. А, я к Боутеру взял патрон. Да, сохранки нету, блядь. О, да, их тут хуево туча, этих андроидов, блядь. Короче, ладно, давайте на этом наш выпуск закончим. В следующем просто съебемся, да, в этот лифт надо запомнить. Тоже, жу, момент пиздец, да, вот тебе надо съебаться от чужого, и тебя это не сохраняет, да? А тут у выхода нету сохранки. То есть ты должен как долбень, блядь, да, каждый раз будешь убегать от чужого, когда тебя схватят за жопу андроиды. А они 100% это будут делать часто, а мне отбиваться нечем, потому что я вот только сейчас нашел один патрон к болтеру, у меня один дробовик и два револьвера, а там как минимум 3 андроида, как минимум. Может и больше, блядь. То есть, ну это бред ебаный, блядь, просто, блядь. Слов нету, да? То есть хотя бы сохраните, чтобы я уже мог здесь уже чисто сам тут себе ходить, чтобы не надо было каждый раз съебываться от этого чужого. Ну это, блядь, пиздец реально просто лютый какой-то. Очень много идиотизма. Ну, хоть что, гнездо уничтожим. Слава богу. А потом, я так понимаю, нам останется только опять избавиться от этого последнего чужого, который вроде бы как остался, насколько я понимаю. Ладно, ребятишки, в принципе, не так уж и плохо мы продвинулись. Давайте на этом, наверное, закончим. Был выпуск такой потный получился. Реально, замахался я уже. Поскорее бы пройти этот Alien Isolation, забыть реально как кошмар, потому что вот, полбеды, что, блядь, проходится очень тяжело, да, так еще и не смотрит никто нихуя, там от силы 40 просмотров набирает за несколько дней, да, если повезет, блядь. И это, конечно, полная жуть. А так потеть приходится. Никто не ценит труд Богданчика, блядь. Ну да ладно, что ж поделаешь, я человек добрый, прощаю вам, так сказать. Да, на этом все. Я вам, как всегда, благодарен за просмотр, за подписки, за лайки. До новых встреч. Пока.